Таразе открылся первый реабилитационный центр для тех, кто переболел коронавирусом и пневмонией. Здание оснастили по последнему слову техники. А сами врачи прошли подготовку за рубежом. Центр уже принимает первых пациентов. Помогает ли терапия, знает Анастасия Сулейманова. Несколько недель назад Сая Джумагулова перенесла двустороннюю пневмонию. Болезнь протекала тяжело, но самое страшное уже позади. Сейчас женщина идет на поправку и проходит лечение в новом реабилитационном центре. Одышка у меня прошла, потливость прошла, уже слабость у меня. Когда я пришла сюда, у меня была сильная слабость. А сейчас себя чувствую очень хорошо. Здесь мне очень нравится. Разные тренажеры, персонал очень хороший. В реабилитационном центре работает команда профессионалов. Специалисты прошли обучение в Литве и Казахстане. Восстанавливаться после коронавирусной инфекции и пневмонии помогают ЛФК-инструкторы, врачи-реабилитологи и узкие специалисты. К сожалению, мы реабилитацию забыли. Потом через год опять этот больной приходит, его надо лечить. А если он после больницы будет проходить реабилитацию, а сейчас тем более. Сейчас мы должны готовиться ко второй фазе. У многих переболевших коронавирусом пациентов наблюдается сильная утомляемость и трудности с дыханием. Для большинства период реабилитации – самое настоящее испытание. Это не только физическое состояние восстановления, но и нейропсихологическое, психическое, потому что, вы сами знаете, очень нервозность повышенная, да, вот после ковида. Потеря памяти, немножко вот забывчивость, много очень жалуются. Поэтому здесь и сторонние. Для каждого пациента разрабатывается индивидуальная программа реабилитации. Восстановиться в центре после коронавируса может любой желающий, получив направление в поликлинике. Анастасия Сулейманова, итоги дня, Тарас.